Привет, меня зовут Анна, я одна из лидеров закрытого клуба Crypto Leaders Club. У нас несколько проектов, на которых мы зарабатываем в сети. Да? Проекты мы тщательно выбираем. Вот. О предыдущих проектах наших я рассказывала в предыдущих видео. Сейчас хочу поделиться с вами проектом, который вот только-только буквально на днях мы взяли в портфель нашего клуба. Это новая компания Artery со своим инновационным продуктом. То есть у них есть продукт, есть приложение, которое сейчас находится на стадии модерации в App Store и Google Play. То есть давайте так, коротко, да, и по существу. На чем можно здесь заработать? Смотрите, представьте, да, у вас есть телефон. Хотя что представлять, я думаю, что он есть у каждого. У вас есть телефон, на нем есть интернет. И память. Вот вы делитесь своим интернетом и маленьким кусочком памяти своего телефона. И на этом зарабатываете деньги. То есть телефон у вас лежит в кармане, вы занимаетесь своими делами и зарабатываете деньги. То есть вы делитесь памятью и интернетом с теми пользователями, которые подключили себе приложение компании Artery. Для кого это выгодно, кому это нужно? Смотрите, по поводу интернета, понятно, это, да, сейчас неотъемлемая часть нашей жизни. Вот. И по поводу хранения данных. Много сейчас взламывают, да, и Twitter взламывают, и все эти контакты, уж я не говорю, да, о сообщениях. Сейчас все везде как бы это прозрачно, легко взломать, легко что-то украсть, да, прочитать какие-то там переписки или еще что-то, какие-то данные взять, забрать, присвоить и так далее. То есть здесь компания Artery предлагает хранить информацию, которая действительно, да, ценная, в зашифрованном виде, разбитом на много-много-много разных частей. Вот именно память вашего телефона используется для того, чтобы на нее попадали частичка, да, данных, которые шифруются, и к которым не будет доступа вообще ни у кого. То есть это такое, да, будет децентрализованное хранилище информации, которую невозможно будет ни взломать, ни украсть, да, и так далее. То есть это очень интересно будет для разных компаний, корпораций и так далее, для кому важно сохранить всю информацию в целости, да, и сохранности. То есть, смотрите, это инновационная компания со своим продуктом, да, который сейчас очень востребован, да, в нашем мире, как бы, и работает он на системе блокчейн, на своей системе блокчейн. Также в компании предусмотрена своя монета, то есть все вознаграждения вы получаете в монете компании Artery. Монета так и называется Artery. Вот. Есть высокодоходный маркетинг, да, с большими жирными, да, реферальными отчислениями, который дает доход сразу и в больших объемах. Ну, давайте по порядку разберем способы заработка, да, в компании. Надо сказать, что их здесь целых 5. Рассмотрим два вида заработка, пока в следующих видео запишу еще об остальных. Ну итак, первое – это делегирование монет. То есть, смотрите, делегирование – это как бы монеты вы замораживаете, да, и обеспечивая Artery, да, монету, ликвидностью на рынке. Смотрите, вот здесь вот у нас на сайте, да, на сайте компании Artery представлено 6 стадий продаж первой эмиссии. То есть, как монета будет расти в цене по неделям. Да, за 6 недель, вот смотрите, рост, да, сейчас она стоит 13 центов, дальше 15, 17, 19, 20 и 23. То есть вот здесь вот указан рост. То есть на курсе роста, на росте, вернее, курса монеты можно очень хорошо заработать. То есть это такой вид пассивного заработка. Кому это интересно, я думаю, это очень перспективный проект в том плане, что здесь есть продукт, который будет в дальнейшем востребован. Я думаю, что у многих компаний, да, и также у людей, пользователей, да, приложениями.
Вот. И поэтому монета только будет расти в цене. То есть, смотрите, при делегировании монет вы просто участвуете в эмиссии новых монет. Во время отправки артери на делегирование вы просто переводите их с основного кошелька на кошелек делегирования. Вознаграждение вам выплачивается ежедневно на основной кошелек. Вывод монет можно сделать спустя 14 дней. То есть вывод монет, да, на свои, да, какие-то кошельки занимает 14 дней. Давайте посмотрим по процентам вознаграждения. Так, вот смотрите, размер стейка и процент вознаграждения, да? То есть вот здесь вот по суммам вы делегируете от 1 до 999 артери, да, и возвращаете плюс 21% в месяц. Дальше от 1000 до 9999 артери плюс 24% в месяц. И так далее. Тут плюс 27 и плюс 30% в месяц. То есть неплохо, да, можно заработать только на делегировании монет. То есть это вот для кого интересен именно пассивный доход, это очень-очень интересная тема, да. Дальше, смотрите, здесь также предусмотрен партнерский маркетинг. Это уже для людей с активной, да, так скажем, жизненной позицией, кто занимается, да, может быть, сетевым или хочет начать заниматься, да, потому что этот продукт предлагать просто, так как это приложение, которое сейчас востребовано, да, и с этого можно хорошо получать, да, с целых 10 уровней в глубину вы получаете вознаграждение. Вот они здесь размеры вознаграждений. На самом деле, работая в сети, да, я, наверное, первый раз сталкиваюсь с таким хорошим вознаграждением, вот, по рефералке. Смотрите, вот тут за первый уровень 15%. То есть 15% получается со своей первой линии, с первого уровня. Со второго 10, с третьего по седьмой 7, с восьмого уровня 5 и с девятого по десятый 2%. То есть это очень-очень такая жирная ревка и это очень высокий доход. Если вы именно хотите, да, активно зарабатывать, хорошо зарабатывать, да, и умеете это делать, то для вас вот эти вот цифры, они просто как бы, ну, решают все. Компания на предстарте, но регистрации уже открыты, да, зарегистрироваться можно, то есть можно занять место в самом начале, да, то есть на старте, на самом. Вот. Под видео будет ссылка на чат, где вы можете получить ответы, да, на свои вопросы. Вы можете получить также ссылку для регистрации в этом чате. Да, заходите, смотрите, знакомьтесь с информацией, обязательно спрашивайте ссылку и занимайте место. Регистрация пока абсолютно бесплатна, то есть она ни к чему не обязывает, вы просто регистрируйтесь и занимаете тем самым место. Некоторые уже начинают строить свои команды, структуры, в том числе и я. Вот, у нас уже выстроилась такая довольно большая команда, большая структура. Поэтому я думаю, что не стоит терять время, если эта тема как бы вам интересна, если вам хочется разобраться, хочется зарабатывать, тем более, да, в таком интересном проекте, потому что, ну, на самом деле в интернете сейчас нет аналогов, вообще нет аналогов. Сейчас везде вот это вот пирамиды, да, хайпы, которые закрываются, каждый день открываются новые, да, куда люди активно несут свои деньги, не понимая вообще, что они делают. Здесь же все это, я думаю, что я уверена даже, что это все на долгие годы, это только начало. То есть компания довольно амбициозная, да, и только-только на самом старте. Давайте разберем сейчас самые такие актуальные вопросы, которые поступают вот непосредственно, да, у нас в чате. Люди пишут, интересуются. И, в принципе, да, на этом, наверное, закончим. Не буду затягивать видео. Итак, самый актуальный, наверное, на сегодняшний день вопрос, где продавать монеты? Смотрите, будут чаты обмена. Люди могут купить эту монету за фиат, да, а также планируются в последующем, да, обменники вообще. Ну, примерно через полтора месяца после старта будет биржа. То есть компания стартанет, да, сейчас, и через полтора месяца примерно будет биржа. Дальше многие беспокоятся по поводу того, не начнет ли у них тупить телефон, да, если они будут делиться своим интернетом или своей памятью. На самом деле это
примерно занимает столько же места, как, например, загрузить историю в Инстаграм. То есть совершенно как бы оно не загрузит ваш телефон и совершенно будет не чувствоваться, да, там он не будет ни тупить, ни зависать и так далее. Поэтому не стоит беспокоиться по этому поводу. А дальше, по поводу того, что это сетевой, там, лохотрон и так далее. Здесь полная децентрализация, есть продукт. К вашим деньгам не имеют никто доступ, да, ни админы, никто вообще в принципе. Компании это приносит прибыль. Компания по своему желанию не может удалить даже блокчейн. То есть все это более чем надежно и более чем как бы, ну, здесь никакого обмана, здесь никакого, никаких там пирамид, где, да, админ гребет все под себя, забирает, как бы закрывает и все уходит. Здесь проведена огромная работа. И я думаю, что те люди, которые этим занимаются, навряд ли они хотели бы там, не знаю, забрать за свою работу, да, проделанную, какие-то там копейки и уйти с ними. Ну, как бы это, я думаю, что нет в этом резона никому. Вот. Поэтому компания будет только развиваться. А по поводу монет, да, по поводу их вывода. Вот спрашивают, что можно ли вывести их в любой момент и в любой момент их докупить. А смотрите, деньги, которые лежат у вас на кошельке, вы можете в любой момент перевести куда угодно. Транзакция займет до 40 секунд. А каждый день вы получаете процент с делегирования в виде новых монет. Их также можете продвигать хоть каждый день, продавать. Да? А вы можете обменивать и продавать их, в принципе, по своему усмотрению, по своему желанию, можете заниматься этим когда угодно. Смотрите, при снятии монет с делегирования на баланс вашего кошелька они будут идти 14 дней. Да, я говорила об этом ранее. Вот. Поэтому вывод, да, придется подождать, но именно вывод монет, да, в переводе на фиат 14 дней. Да, купить монеты вы также можете, в принципе, в любой момент, когда вам заблагорассудится. Вот. В принципе, кратко рассказала, да, о двух способах заработка в этом проекте. Я думаю, что кого это заинтересовало, придет в чат, да, напишет там какие-то вопросы, спросит, узнает, потому что в чате там есть и ролики, да, видеоролики с материалами о маркетинге и так далее, более подробная информация. После регистрации вы переводитесь в рабочий чат, где вы можете, в принципе, задать вопросы уже самому, да, так сказать, основателю компании, узнать из первых уст какую-то информацию, какая вас интересует, да. Также у нас постоянно проводятся зумы, на которых можно задать свои вопросы, как бы здесь вообще проблем в этом нет. Так что, ребят, приходите в чат, задавайте вопросы, регистрируйтесь, занимайте места, ждем вас в нашей команде. Спасибо.